Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Цитрус. Главная героиня этого аниме строит из себя Гиару. Айхара Юзу считает, что перед подружками выглядеть той, кем ты не являешься, на самом деле весьма выгодно. Правда же такова, что девушка даже никогда не целовалась, а уж тем более никогда не заводила отношения с парнями. Айхара мечтает как можно скорее изменить свое положение. Жизнь заставляет подстраиваться под перемены. Мама главной героини выходит замуж. Поэтому Юзу ждет новая школа, новые друзья, непростой переезд и совершенно другая обстановка. Неужели мечта главной героини стать настоящей Гиару так и не найдет свое воплощение? Стартап. Блестящий радиожурналист, муж и отец твоих детей скоро совершит нечто безумное. Бросит работу и займется основанием собственной компании. Он быстро обнаруживает, что выполнить эту задачу будет намного сложнее, чем предполагалось. Хильда. Жители планеты даже не догадываются, кто живет рядом с ними. Любознательная девочка Хильда умеет находить себе приключения. Каждый день для нее наполнен интересными и загадочными событиями. Ее можно называть смелой, ведь Хильда не боится встретиться со странными созданиями, такими как тролли, древесные люди и великаны. Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки. Однажды старшеклассник Сакута встречает Май, известную актрису, на которую никто не обращает внимания, несмотря на то, что девушка одета в вызывающий костюм кролика. Юноша решает помочь Май выяснить, почему люди перестали ее замечать. Дубль 2. Потерявшая популярность телезвезда Сэм вышел из реабилитационной клиники и пытается перезагрузить карьеру. Ради подготовки к потенциальной хитовой роли она подряжается помощником частного детектива Эдди. И хотя тот сначала скептически относится к новой подчиненной, выясняется, что актерские навыки Сэм чрезвычайно полезны в подобной профессии. Агрессивная Рэцуко. Начальник, коллеги. Все в офисе пытаются сесть на шею маленькой и скромной красной панде Рэцуко. Тогда ей остается только одна дорога – в караоке. Хорошенько прооравшись под металл, панда находит в себе силы на время смириться с давлением начальства, лицемерием коллег и офисной рутиной. Ранняя пташка. Санем – девушка веселая и жизнерадостная. Каждое утро она просыпается пораньше и открывает магазин вместо больного отца. Потому ее и прозвали ранняя пташка. Девушка вынуждена искать хорошую работу, иначе ее выдадут замуж за друга детства. В конце концов, Санем устраивается в издательство, где работает ее сестра Лале. Здесь и начинаются ее приключения. «Как я встретил вашу маму?» «Как я встретил вашу маму» – это комедия про Теда и про то, как он влюбился. Все неприятности начинаются с того, что лучший друг Теда, Маршал, вдруг неожиданно сообщил, что он хочет сделать предложение своей давней подруге, Лили, воспитательнице детского сада. К тому времени Тед понимает, что ему нужно прилагать больше усилий, если он действительно надеется найти свою настоящую любовь. Помогает ему в этих поисках его друг Барни, убежденный холостяк, вечно со своим, иногда чересчур, мнением на все происходящее, со склонностью к костюмам и верным способом познакомиться с девушками. Когда Тед встречает Робин, он решает, что это любовь с первого взгляда, но у судьбы в запасе есть кое-что еще. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!